Прежде всего, я хочу сказать и отдать должное Олимпийскому совету. Его достижение в том, что он объединил все разрозненные силы, прежде всего общественных советов, органов управления физкультурой и спорта, воедино. И в связи с этим мы консолидировали эти все силы, разработали прекрасную программу развития. И сегодня и Сергей Иванович, который неистово говорит о проблемах физкультуры и спорта, и на нашу отрасль возлагает большие надежды. Мы их оправдаем. Static. По инициативе Олимпийского совета сейчас спортсмены, которые выступают на международных соревнованиях и Олимпийские игры, будут защищены в Ульяновской области. Это финансово и жильем. Это самое главное для спортсменов. Все виды спорта получают поддержку от Олимпийского совета, помощь в организации проведения семинаров, учебы в тех или иных институтах повышения квалификации. Я думаю, что все тренеры и руководители федерации довольны работой Олимпийского совета Ульяновской области. Это серьезная заявка. Мы не будем останавливаться, и я не успокоюсь, пока все наши директора школ, председатели федерации, заучи не пройдут курсы в этом Российском олимпийском университете. Ну, а, наверное, главным подвигом можно считать открытие аллеи олимпийской славы. Мы долго мечтали о бюстах олимпийских чемпионов, и мы это сделали. Три олимпийских чемпиона имеют свои именные бюсты. Для себя я это вижу в первую очередь общение с ведущими олимпийскими федерациями по тем видам спорта, которые у нас есть в Ульяновской области. То есть, и думаю, за счет вот этого общения мы поднимем уровень ХУДО в Ульяновске и в России в целом. Олимпийский совет нужен, Олимпийский совет работает. Есть результаты. Да, конечно, можно, может быть, было бы сделать и побольше, чем удалось сделать. Но мы думаем, что в следующем году будет и прорыв, и движение вперед. И те, может быть, недостатки, которые были в текущем году, они будут исправлены в следующем году.